Педагоги совместно с воспитанниками подготовили целую концертную программу. Дети разыграли театральные постановки, исполнили песни и стихотворения. А взволнованные родители с гордостью смотрели на своих детишек. Почетным гостем на мероприятии стал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил. Дали вам вот такие альбомы красочные и детские книжки. Маленькие слова. Мне кажется, что такие семейные фестивали, фотовыставки, выставки семейных творческих работ нужны, так как в первую очередь они объединяют семью вокруг одного общего дела, делают ее более крепкой. Как бы наши дети радуются, глядя на совместное творчество нашей всей семьи. Также на празднике наградили призеров и победителей литературного конкурса «Люблю свою семью». Задача была написать сочинение или стихотворение о семье. Лучшие работы зачитали вслух и вручили родителям грамоты и подарки.